родился 18 ноября 1960 года во Владимире. В 1982 году окончил актерский, а в 1988 году режиссерский факультет Высшего театрального училища им. Щукина, мастерская Е. Р. Симонова. После окончания училища работал в Московском театре. «Современник». В 1988-1990 году работал в театре имени М. Ермоловой. В 2001-2003 году главный режиссер театра на Малой Бронной. На данный момент является художественным руководителем авторского театра Андрея Житинкина. Также, помимо собственного, работает в различных театрах, таких как Ла-театр, театр им. Ермоловой, театр имени Моссовета, театр Табакова, театр сатиры,